никогда, если хочешь. Вулкан только придаст мне силу. Ларец позволит преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила, что бы ты сделал? Моя храбрая дочка, которая не ожидает... ...падения ягуара! Где же пройдет наше следующее приключение? Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Нет, тогда, может быть, солончаки Юты? Ричард. Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Гавайи. А, да, хорошее предложение. В
таком случае... Прощай, мам. Помочь мне с исследованием... Прощай, папа. ...подготовки к походу. Нет. Ты мой научный ассистент. Ах, да, вы правы. Виноват, мэм. Что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня. И не даст нарушить обет. Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю сейчас, его часть. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо, пойдите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю. Нурату, мать, воин, мятежник, царица. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Теперь... Мы объединим Пайтити, как она мечтала. Спасибо. Завтра я возвращаюсь в Кувакьяку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? А, мы с Эбби отправимся на побережье. Я рада. Ну, а ты? Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить Пайтити заново. Ага. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо. А тебе не нужно вещи собирать? Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам. И увижу мир за пределами Пайтити.
Если что, только скажи. Ты тоже Учо? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Мы придем на свадьбу. Стой, что? Эцли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен.